дороги. Потому что надо понять, когда в какой момент стрелять и все. Это сейчас не разлетаются, блядь. Хотя я вообще первый раз в принципе стрелял. Всем здравствуйте, мои дорогие и золотые зрители. Мы приехали. Станица Благовещенская. Как мы ее называем, Благо. Конкретно кафе «Жара». Мы приехали без детей, сами, холостыми, одинокими. Ну, правда, я с женой, не холост, правда, и с собакой еще. Но друзья у меня холостые и одинокие. Мы будем веселиться, гулять, танцевать, пить. В общем, все делать то, что делают молодые и счастливые, озорные ребята. Сразу вас предупреждаю, контент будет достаточно своеобразный. Кто слабонервный, лучше дальше не смотреть. Ну а мы начинаем. Акс! Ребята пошли за вещами, мы не стали далеко уходить, нашли себе вот такую поляночку, чтобы прям просыпаться на фоне моря. Ну и жара, прям рядышком. Дискотека наша, там же кафешечка, и все очень такое интересное, интересное. Красота. Вот он, мужик идет, тянет все свое с собой. Стульчики, палаточка, матрасик. Вот как надо ездить на Благо. Учитесь. Что с собой? Какой? Ножной? На Благе. Приехали только что. Всем привет. Это анчекинг палатки за 2000 рублей. Она связана вот такой голубой ленточкой. Как говорится, на голубой каемочкой. Вот, так оно и есть. Сейчас мы будем сегодня с вами собирать его. Сегодня у нас идет коллаборация каналов. Выживатель Владимир и Робинзон на Кубани. Владимир выживает просто по жизни, а Робинзон только на Кубани. Сейчас мы будем из этого целлофана создавать палатку. Дорогие подписчики Макса, смотрите, переходите на мой канал. Если вы выживатели, вы его найдете.
Все, давай. Удачи тебе, выживатель Владимир. Кусок ильёнки дали ему, где-то палатка. Вот еще какую-нибудь заплатку дали. В первую очередь нужно использовать москитную сетку правильного размера для вашей палатки. Тогда ни один из москитов, вот этих африканских, вас не сможет укусить и заразить малярией. И собакой. Вовчик, конечно, ничего не делает, как всегда. Говорит, что работает. Палатка у него уже вылетает. Я все вижу. Слежу. Сейчас мы находимся как раз в том месте, где мы будем проводить почти все наше время. Это как раз вот этот кафе, которое называется «Жара на благе». Выглядит она вот так, в белом стиле, все светится. Мы приехали вечером, уже видите, да, сегодня первый вечер. Сегодня будет припати у нас, завтра основная вечеринка. Комарики тут уже летают. В общем, ребят, все, начинаем отдыхать. Вы уже видите, палаточки мы поставили, шатер натянули. Детей нету, собака с нами где-то здесь бегает по всей благе. По всей жаре. Ну, он живет своей жизнью, не переживайте. Мы начинаем. Так, не здесь. У нас уже темень. Не здесь. А вот здесь. Ох, какой он отражающий. Красиво, красиво. Это Владимир. Он поставил стул. Ой, смотри, слушай, подожди, я сейчас сфоткаю вот так. А ну еще раз так встань. Просто огонь. Как мне сделать? Что мне сделать? Просто открывай. Я видео снимаю. А, ты видео снимаешь. На свете какие фонарики. Можно сразу чик. Нужный кадр поймать. Сейчас я чуть настрою. О! Давай. О! Красота. Кто понимает? Все, будет нервовать. Что, заснял? Вовчик, начинает твое лицо проявляться, блядь. Ты начинаешь вылупляться просто. Я ничего не путаю, Макс. Я все полностью помню, блядь. Когда мы ремень порвали на форде. Вано еще жив? Ты ничего не рвал. Я не рвал. Ты остался, блядь, с Ромой и с Леной. О, шикарный кадр. Жаль, не видно звезд. Красное тут небо. Это тоже быть я. И ты?
фото. Видишь? Голос у тебя, конечно. Будулай! Ты спишь? Молодец. Вот так и живем. Ты снимаешь, Макс? Да кадры, да, нормально. Всем доброе утро, первого дня, точнее первое утро. Ну что, море чистое, море теплое, я искупался, мы свеженькие, только проснулись. 6 утра, на секундочку. Весь день впереди, будем веселиться. Вчера, кстати, при пати была не очень, мы пораньше легли спать, сегодня обещает день быть поярче и понасыщеннее. Продолжаем. Будулай, ты что, проснулся? Я не спал. Да, все видели, как, все видели, как ты не спал. Я храпел. Это у нас новые пассажиры приехали вчера ночью. Это Тони Монтана, знакомьтесь. Тони Монтана. Море хорошее, теплое. Класс. Не-не-не. Будулай майку! Да-да-да. Есть. А, так, когда не работает кафе, вот видите, у нас тут хлеб. Хлеб. Хлеб с хлебом. Думаете, смотрите, что произошло с Максом. И подождите вот так вот на свет. Его вчера жизнь потрепала. Точнее, как вы, Тони Монтана, да? Тони Монтана потрепал. Попал под горячую руку. Так, мы, короче, поймали голубя. Это девочка, мне кажется. А он сможет взлететь или нет? Мне кажется, он молодой. Ну, поснимаю прикольный кадр. Смотри, орел. Она мне поможет. Жив, цел, орел. Блин, он не куснул его случайно? Все, давай, лети. Я говорю, что...
Да, люблю. Хорошо. Тогда для тебя я хочу устроить романтический ужин. Как ты на это смотришь? Она такая, да, было бы прикольно. С ней общаешься по смс и пишешь ей такие смс. Должно выглядеть так, что ты знаешь, там маринуешь мясо весь день, готовишь специальные специи, а чтобы она, знаешь, она прониклась в том, что ты прям вкладываешь в душу вот эту душу. Да, да, да. И ты, короче, знаешь, так, ну, для тебя оно что-нибудь такое. И весь день ты вот пишешь такие смс. И вот вы с ней встречаетесь, ты подводишь ее к своей квартире, но не открывает дверь. Заранее? Пришли позавтракать с утра в кафешку, еще не работает, закрыто, вот они сидят, отдыхающие, благо жара, сейчас в 9 утра должно все открыться, вкусненько покушаем и пойдем дальше отдыхать. Так, ну что, как благо жара вам, давайте, всем привет, помахали ручками, буду лайт, и сядь, все, ребят, давайте. Кушаем, идем дальше гулять. Вытекаешься. Это Владимир. Какой? Вчера ты говорил. Не снимай его. Владимир Победоносец. Победоносец? Слушайте, победоносец? Владимир Победоносец, блядь. Бедоносец. Первооткрыватель. Это Владимир Бедоносец. Он только беды приносит. Сукуна. Палатка восстанавливается, блядь. Собака-ловитель. Друзья-дружитель. Я это все равно все вырежу. Да ничего не будет. Короче, я один здесь нормальный. Короче, ребят, он просто уже напился. Подписывайтесь на меня. У меня есть канал, блядь, вот здесь. Робинзон на Кубани. Подписывайтесь. Так, вижу. Шикарно, шикарно, Вадик. Талант. С Дарманом не работал. Василий Александрович, это было правильное решение. Однозначно, но мало. Но мало. Я хотел вторую. Соком будешь, да? Надо с чем. Известно, что его, ну. А может, соком и, блядь, с минералочками мешать? Что получится? Понял? Для контента, пей. Ну, контент снимается, ребята. Ну, я это все вырежу. Все. Не ругайся. Да, ругаться нельзя. Есть схема рабочая. Да, долго кого она будет ждать? Ну, пускай, Серёж, чем больше, тем больше. Не, а он сказал, что я хочу больше. По этой схеме можно бы заработать 10. Вадик. А он захотел заработать 50. Блин, не надо, Осет. Ну, возьми меня на руки, я тебе что, блядь, эвакуатор, что ли? Что вот там, они, нету? Вот они, вот они, нету вот они, вот они. Я так, трёт. Гармаш там что-то трёт, шкурку. С тобой смачную. Вовчик. Бля, Макс, вон они, девчонки. Где шлёк, Макс, вот же они, братан. О, вон, нашли, вон, нашли, пошли. Вон эта тёлочка, брат. Иди быстрее, пока она не прошла мимо. Ты джин принёс для неё. Дорогие друзья, ну, продолжается наше мероприятие, наше путешествие. Это не смотрите, это как бы мой брат и моя жена на моем брате, поэтому все аккуратно. Ребята, ну помашите ручкой. Все отдыхают, все без детей, все одиноки. Сильвестр Андреевич. Ману, улыбнись. Это хорошо. Дорогие друзья, я хочу вам сообщить, что наш отдых проходит замечательно. Здесь я, моя любимая жена, мои друзья. Это она, да. Вот. Нет, Сильвестр Андреевич. Мы отдыхаем, все хорошо у нас. Ребят, жара, благо. Лето, 2023. Кайф. Я снимаю. Давай. Можно я? Лето, 2023. Да нет, выпал мне ногу сломать. Июль. Он ее пятку спать и сломает. Я это видел. Да, ну и нахуй. Два брата акробата. Не хочу я такого раскладывать. Макс, на самом деле, так я хочу выпить за тебя. Спасибо, ебать, приятно. Ты правильный пацан. Я это вырежу. Если хочешь сказать что-то на камеру, лучше не материться. Сейчас говорю не я. Да не могу. Если хочешь сказать что-то на камеру, вы это в Ютубе? Да, в Ютубе. Наши друзья, это дама. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы работаете? Да, мы тут работаем. Не, мы тут работаем, но... Чего работаем на удаленке? Я хотел рекреацию. А, нет. А, вот эту тему, нет, брат, это вот туда на базу. Да.
короче, местные. На самом деле мы работаем. Мы, короче, за местных прокатили. Да, да, да. А знаешь почему? Потому что Иван Иванович, ты должен был... Ладно, что делаем дальше? Подожди, танцуем. Дай мне сам, я попула. Все, ты иначе. А я... Идем кататься на местных достопримечательностях. Вот, я не хотел вам говорить, конечно, но придется это сделать. Однажды, благо, и вообще Благовещенская станица, понятно, что она немножко осталась в стороне от нас, но туда, куда мы приехали, Бугасская коса, она была безлюдным местом, абсолютно безлюдным. Здесь не было ничего, здесь было вот только молодежь, и, которая классно отдыхала. А сейчас посмотрите, во что это превратилось. Июль 2023 года, посмотрите, это Анапа. Здесь уже у нас есть все. Катамараны, лодки, гидроциклы, бананы. Кукурузу только почти я не слышал, чтобы носили. Вот, и мы решили воспользоваться данной ситуацией и прокатиться на, наверное, таблетки. Вот она так называется правильно. В общем, ребята, если вы решили ехать в Бугасскую косу, на Бугасскую косу, в станицу Благовещенскую, то подумайте. Я вам говорю, это выглядит сейчас вот так. Лето 2023 года. Блять, хуй так просто так встанешь. Нахуй. Ребята выбрали, получается, два сапа. Поедут на них. Да все, брось ты это дело. Все, поехали. Мы идем на таблетки. Ну или на бананы, как это называется правильно. Сейчас узнаем у них. Там собачка, видите, все. Все красиво идут. Акса берут с собой. Все, я их отпущу, двигаюсь дальше. К сожалению, сегодня здесь у них ничего не работает. Ребята, получается, у них поломано, гидроциклы поломаны, вот, и они нас послали. Говорят, ребят, не работает. Катается только катер, так что извините. Получается, мы не смогли. Догоним тех, кто поехал на сапах. Вперед! Получается такая ситуация, что мы не имеем возможности пойти и покататься на таблетке, но я вам уже об этом сказал. Сапы у нас тоже не зашли. И мы решили, получается, я и вот эти два симпатичных молодых человека, Ивана мать, помашь ручкой, пойти сесть на бар и на баре красиво посидеть. Я бы, конечно, не отказался бы от шатра, но, тем не менее, может и там что-то клюнет. Ну, это не для меня, ребята, не переживайте. Я аккуратен, молодой человек, семьянин, все хорошо. Ну, а мы с Иваном Ивановичем два закаленные холостяка. Пытается холостяка. В общем, кто хочет, приезжайте, кто не хочет, сидите дома. А кайф, мы здесь. Кайф. Про акцию мы тоже не забываем. Макс, водичка. Акс, Акс, вода, вода, вода. Он уже не пить не хочет, хочет кушать. Сообщаю вам, 2 часа дня, благо жара, мы сидим под тентом. Стараемся на солнце не выходить, очень жарко. Мы остались втроем. Моя любимая жена и Иван Иванович. Мы себя чувствуем хорошо, поверьте на слово. Отдыхаем. Ну что, у нас получается солнце в самом пике. Почти 3 часа дня. Мы отдыхаем, уже загораем. Выглядит все это вот так, народу куча. Все очень классно. Сейчас пойдем обедать. И, наверное, там и останемся. Уже больше сюда не пойдем, ну его нафиг, эту жару. Устали чуть-чуть. Green light.
Время 5 часов вечера, второй день. Мы уже потихонечку начинаем понимать, что нам делать дальше. Ну, в наш лагерь. Мы познакомились здесь с ребятами, девчатами, которые приехали по туру. Кто-то спит, кто-то отдыхает. Все набираются сил перед вечером. Я еще себя чувствую хорошо, все нормально. Вот наш лагерь, наши палатки, наш шатер. Наш шатер. Доброе утро второго дня, ребята. Мы здесь, после вчера мы здесь.
благо. Воскресенье, лето. Собираемся домой, уже надо ехать. Пока еще не собираемся, скоро поедем. Сейчас я дойду. Будулай остается здесь. Он никуда не едет. Он останется здесь. Жить. Ты его сейчас... А сука, перегибай. Надо пойти искупаться, ребят. Наш, пора. Иван Иванович, все хорошо? Кстати, выглядишь хорошо. Я же вчера не пугал, я нормально. А, кстати, такое утро. Сложно, правда, сложно. Больше всего сложно то, что сегодня ехать домой утром. Точнее, не утром, а в обед. От этого на душе больно. Но, благо, вчера хорошее было. А и сегодня классно все. Приезжайте. Выживший. Все хорошо, ребята. Кушаем, отдыхаем, отходим и едем домой. Последний день. Воскресенье, благо. Все было хорошо, ребята, все классно. Купаемся, отдыхаем и едем домой.
все. Наш отдых подошел к концу. Спасибо Благе в этом году. Как обычно, нас ждет сложная дорога домой. Пробки после моря. Дело такое. Классно погуляли. Всем спасибо. Спасибо, что посмотрели это видео. Наверное, я много чего повырезал из него. В общем, мы поехали. Благо. Goodbye.